Этому бронзовому хвостатому сегодня поручили особую миссию – собирать деньги для своих собратьев, сидя на канализационном люке. Это не просто скульптура, а настоящий крик о помощи для четвероногих, оказавшихся на улице. Памятник-копилку для бездомных животных задумали еще в прошлом году по инициативе телекомпании «Регион» и радиостанции «Эхо Москвы» в Оренбурге. Мы услышали, что в других городах России были открыты подобные памятники и решили это сделать в нашем городе. Это не просто памятник, а памятник-копилка туда, куда граждане, жители нашего города могут положить деньги на помощь бездомным животным. Бросили клич, многие перечисляли жители города, подсоединились депутаты, политики, бизнесмены. Вот всем миром, что называется. Общими усилиями ни много ни мало собрали 400 тысяч рублей. Для того, чтобы создать необычную копилку, потребовались не только финансы, нужен был достойный эскиз, который сначала нужно было нарисовать, воссоздать в скульптурной глине, затем фигуру перевести в гипс и уже в завершении отлить в бронзе. Как признается Ольга Ульянова, создатель эскиза, работа над созданием жалостного покровителя шла достаточно тщательно. Сам проект, вообще вся идея к нам вот... Заказчики пришли еще прошлой осенью. Был сначала эскиз, ну, маленький конкурс был. Утвердили эскиз. Потом был сделан маленький макет. Летом мы ее лепили в материале. Потом вот много месяцев, 3 месяца почти отливали в бронзу. Бронза – это такой довольно-таки дорогостоящий материал. Ну, вот наши жители города молодцы, собрали деньги на такой, не просто на чугунный, даже на бронзовый памятник, хотя это не дешево, конечно. На самом деле проблема бездомных животных в нашем городе номер один, так как у нас до сих пор нет собственного приюта для животных. Как признаются волонтеры сообщества «Подари им жизнь», люди в ежедневной суете проходят мимо животных и не замечают масштабы проблемы, которые существуют в нашем городе. Добровольцы надеются, что памятник поможет не только собрать средства, но и привлечь внимание к проблеме, так как с каждым годом число бездомных животных увеличивается вдвое. Цены на ветеринарные услуги на данный момент достаточно высоки. Скидок нам практически не делают никаких. Вынуждены по общим тарифам платить в большинстве случаев. Иногда бывали случаи такие, что даже делали бесплатные операции, но это очень редко происходит. Если собака или кошка, животное в более-менее нормальном состоянии, то нет, немного. В общем, 2 миски каши в день – это не так уж затратно. 1,5 года назад четвероногая Нюша попала под поезд. Собаке оторвало ногу. Она долго скиталась по подъездам, пока хвостату не забрали волонтеры. Изначально, когда добровольцы узнали о дворняге, они отправились за ней с намерением усыпить. Но когда они приехали, им навстречу выбежала полная энергии собака. Безусловно, ее сразу же отвезли в ветклинику, где Нюше ампутировали ногу. И она проходила курс реабилитации. Сейчас она живет у Марии Сусловой и ищет для себя хозяев. Мы иногда шутим, что у нее лапа лишняя была, потому что это невероятный сгусток энергии. Она сводит с ума всех. Она по дому проходит и просит всех поиграть. Одну кошку, вторую кошку, всех людей передергает, собаку. И опять по кругу. Сегодня хвостатая, так же, как и многие, надеются на то, что этот памятник-копилка станет первым шагом к созданию приюта для бездомных животных и поможет в лечении и проведении сложных операций для четвероногих. Диляра Абусева, Кирилл Конторщиков, городской телеканал ЮТВ.